Многоопытным пешеходом был человек, когда сделал первое колесо. Не знал он тогда, как велико его открытие и сколько хлопот оно ему принесет. Пешеход построил мир городов и машин, создал транспорт и широкие магистрали. Колесо разделило дороги на мостовые и тротуары, людей на пешеходов и пассажиров. Пассажир чувствовал себя союзником транспорта. Пешеход сам прокладывал путь. Но все меньше становилось улиц, где пешеход мог спокойно и беспечно идти. Росли города, росло и число машин. И человеку, создавшему автомашины, стало тесно на тротуарах. Он вышел на мостовые. Он вступил в спор с транспортом. И даже отвоевал у него часть мостовых. Но пешеход уже не был хозяином улиц, и ему пришлось отступить перед силой и скоростью машины. И в помощь себе пешеход призвал светофоры. Их разноликая и стройная семья встала на перекрестках улиц и площадей. Яркими цветами светятся их стеклянные глаза, призывая к вниманию транспорт и пешеход. На крышах и стенах домов укрепил пешеход хрестоматии правил и предупредил об опасности с табло и уличных знаков. Как бесконечное поле для игр, расчертил серый асфальт белыми линиями, квадратами и кружками, знакомыми ему с детства. Среди полотен дорог выросли бетонные островки безопасности с маяками, засветились стрелы указателей. Но, видно, не всех устроили правила, не все с транспортом окончили спор. Пешеход пригласил на улицы города регулировщика, человека из племени пешеходов. Ему он поручил
охранять законы движения и беречь жизнь пешехода. Транспорта и пешеходов построили тоннели и подземные переходы, чтобы реже пересекались их пути. Кажется, все предусмотрели, чтобы застраховать невнимание пешехода к транспорту, предостеречь его. И все-таки он спешит сократить путь, сэкономить время. Его не останавливают железные ограждения и угрожающая близость машин. Может быть, он забывает об опасности и не ценит своей жизни? Нет. Он просто не хочет знать, что каждое третье происшествие на дороге на совести пешехода-нарушителя. Почему нарушаете правила лучшего движения, гражданка? Я? Да, вы. Так тут же рукой подать, товарищ, ведь нет. Я как так рукой спешу, подать? Ну, тут же очень близко пройти. Да, близко попасть под машину. Ну, тут же никаких машин нет, вот сейчас не было, я и прошла, решила пройти вот так вот. Так что вы говорите, любую минуту может машина с большой скоростью и может попасть под машину. Товарищ, почему нарушаете? Вы знаете, извините, я очень спешу, у меня... Остановитесь. Не спешите продолжить счет нарушений и бед.